Всем привет! Сегодня у нас вечерняя покатушка. Сегодня будем катать на свете. Приехали на новый спот у реки. Дуга прикольная, асфальт новый лежит. Правда, его немного пылью зафигачили. Планируем тут катнуть, парники поделать. Буду стараться делать для вас подъемы. Перед просмотром видео, пожалуйста, поставьте лайк. Если не подписаны, подпишитесь на канал. Зайдите в мою группу ВКонтакте и в Телеграм, чтобы не пропускать какие-то важные новости. Ну ладно, попробуем, братцы, катнуть. Нормально, зацеп есть. Нормально отталкиваться можно так. Теперь зацеп, не, мне надо убавлять. Слушай, надо убавлять. Сейчас я подвеску затяну. Так, пацаны и девчонки, если меня смотрят. Затянуть подвеску, это надо крутить вниз. Я затянул подвеску. О, чувствую зацеп поменьше. Полетело, полетело. На камеру ставь. Ой. Хорошо. Ой. Кого-то да, там, драк. Да, давай, зарубимся. 3, 2, 1, 0. И постановка давай, пока это. 3, 2, 1, 0. Я зацеп. Чами, кол, чами есть. Я Блин, я не успеваю снимать, ребят, поворачиваться. Ну, какие-то тарелки ставят, я так видел. Полу, типа полу. Ну, шары какие. Тебе посветить? Сейчас будет моя любимая. Не электрические. Давай я за тобой попробую. Это могло быть хорошо. Залететь, прикинь. Видел, что происходит? А я в выступ бьюсь и все, я не могу проскользить по нему. Профиля резя не хватает. Нормально. Блин, куда-то скилл, короче, делся. Либо я просто в темноте плохо ориентируюсь. Скорее всего, второе. Непривычно, смотришь на тачку, видишь две точки и только по ним примерно прикидываешь, куда тебе лететь. Это не такой критический выступ. И тачки отыгрывают подвеской нормально. И не бьется, кстати, кузовом ничего у меня. Ахойда! Ойда! И главное, скоростя какие, не как на ковре. Давай, давай! Не хватает, я теряюсь вот в этом. Ай! Ой, да. Странно, да, казалось бы, вот тут пустырь, здесь как бы тоже пустырь, народу дофига, реально. Я, кстати, сделал несколько прикольных фоточек, можете их проверить в группе во ВКонтакте или в моей телеге. И что он тут у нас? Магнит, да? Да. Магнитное крепление.
Короче, пацаны, давайте заколабимся. Проверю ваши магниты на работоспособность, особенно в таких жестких условиях. Кстати, как вам такое предложение? Спот прикольный, надо сюда вернуться днем, я думаю, сегодня. Да? Днем вернемся. Кто мяукает? Мотоциклы всякие. Поздно. Ну, ночной стрит, как мы и хотели, да? Прям круто. Как выключает свет на тачке. Вот там, короче, вот там, вот выступ неудобный, и меня отпинывает от стенки, от этой, ну, от бордюра. Подходим ближе, потому что ничего не видно. Нет. Я на зацепе, на скорости не могу, короче, контролировать, особенно в темноте, дистанцию прям жестко. Опа! Специально для вас. Опа! Фотки, фотки, гони там! Гони! Быстрей. Ставь рядом. Как-нибудь. Ой. Мы собираемся? Уже 11 или 12. Катнули на тачках, нашли новый спот. Подписываемся, ставим лайки. Катаем, ребят. Лето в разгаре, сезон в разгаре.